Матч между командами «Саров» и «Урень» был знаменателен не только количеством забитых шайб, но и травмами. Играли жестко. Двум игрокам «Урени» понадобилась медицинская помощь. Во втором периоде спортсмену разбили нос, в третьем хоккеист повредил колено и не смог самостоятельно покинуть лед. Уже в первом периоде было ясно, что обеим командам нужна победа. Соперники пытались изо всех сил завладеть преимуществом. Хотя численность команды из «Урени» была вдвое меньше, саровчанам не удалось сразу сломить их сопротивление. На перерыв игроки ушли со счетом 2-2. Плохо настраиваемся просто. Видим, что два звена и думаем, что сейчас на одном коньке обыграем. Такого не бывает. Это высшая лига. Все равно, пускай первый период, но они сопротивляются. Лишь к середине второго периода наши игроки смогли пробить защиту уренцев. Саровчане усилили нападение, атаковали ворота соперников и с разницей в несколько минут забили 3 гола. Игра более-менее была такая равная. 2 периода шли на равных силах, а потом, то есть, стали допускать ошибки и пропустили. Подводя итоги игры, тренер саровского клуба отметил хорошую игру соперников. Несмотря на травмы и нехватку игроков, они достойно сражались за победу. У них не было ряда игроков, там, наверное, 3-4, может, 5 человечков. Я думаю, что неплохая команда, если плей-офф дойдет, она попадет в плей-офф, всех соберут. Я думаю, что они дадут бой любой команде. В третьем периоде хоккеисты из «Урени» смогли отыграть только 1 шайбу. Наши игроки почувствовали усталость соперников и забили еще 4 гола. Итог игры 9-3 в пользу «Сарова». С результатом в 14 очков наши спортсмены занимают 4-ю строку турнирной таблицы. У нас всегда лучше нападение, мы очень много пропускаем. Защита у нас немножко как бы страдает. Но сегодня тоже 3 гола, неплохо. 25 января хоккейный клуб «Саров» в рамках чемпионата Нижегородской области высшей хоккейной лиги примет на своем льду команду «Кстово». Начало матча в 13:00. Канал 16 будет вести прямую трансляцию встречи на нашем канале в YouTube и в группе ВКонтакте. Рождественский турнир по баскетболу среди младших ребят впервые проходил в Сарове. На него приехали команды, которые уже 2-й год принимают участие в областных соревнованиях под эгидой поколения N, показывая хорошие результаты. То есть это не просто как бы товарищеский турнир, это еще приобретение игрового опыта. Потому что в дальнейшем все это наши потенциальные соперники в официальных соревнованиях. Саша Гудименко 5 лет занимается баскетболом в спортивной школе ИКАР. Пару лет назад его команда стала выезжать на различные соревнования за пределы нашего города. В январе 2020 года наконец удалось встретиться с соперниками и в родном Сарове. В первом матче в рамках рождественского турнира противником баскетболистов ИКАРа стала Мещера из Нижнего Новгорода. Не такой уж сильный, но не такой уж слабый. Но мы будем биться, стараться, и чтобы мы их выиграли. Первая четверть осталась за гостями. Саровчане проиграли 4 очка. Но уже во второй четверти воспитанники Кара уверенно выиграли и к большому перерыву вели 4 очка. Третий отрезок игры был самым сложным. В этот момент ребята не дрогнули. Самоотдача каждого игрока в защите позволили завершить матч с разницей 10 очков. Итоговый счет 53-43. Победа над Мещерой позволила саровчанам выйти в финал рождественского турнира, где они встретились с командой из Дзержинска. Воспитанники ИКАРа уступили натиску более сильного соперника и заняли 2-е место. 3-е место досталось павловской команде «Торпедо». В планах организаторов из спортивной школы ИКАР сделать этот турнир ежегодным. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей «Саров 24». Само по себе катание с горки благотворно влияет на здоровье человека. Поднимаясь в гору, он испытывает полезные кардионагрузки, тонизирует большое количество мышц и развивает координацию. Чтобы пользы от катания на тюбингах было еще больше, нужно соблюдать технику безопасности при спуске. Правила простые. Садиться только по одному, не связывать ватрушки, крепко держаться за ручки. Особенность сноутюбингов, или как их еще называют в народе ватрушек, в том, что на большой скорости ими совершенно невозможно управлять. Нижняя сторона совершенно гладкая, здесь нет выемок и полозьев, с помощью которых можно было бы изменить траекторию движения. Затормозить на ней тоже не получится. За кажущейся мягкостью и упругостью скрывается опасность. При движении с горы тюбинг может развивать скорость до 40 км в час. Любая неровность на склоне станет трамплином, который может отбросить человека, тем более ребенка, в сторону. Первым делом осмотрите склон. Не поленитесь и спуститесь вниз. Сверху все неровности сливаются и становятся незаметны. Приготовившись к спуску, убедитесь, что дорожка свободна.
Сотрясение мозга, рваные раны, перелом позвоночника. К таким последствиям могут привести катание с горок на ватрушках в необорудованных для этого местах. Для катания детей лучше использовать пологие склоны. И ни в коем случае не придавать ускорение тюбингу, толкая его вниз. Катание на этих ватрушках, они, конечно, достаточно опасны. И человек, когда принимает решение сам прокатиться, а еще и с ребенком, здесь как бы он должен понимать, что травмы бывают достаточно тяжелые. Это начиная от черепно-мозговых травм. Такие ситуации в нашем городе происходили. Эти и другие повреждения чаще всего получают в результате столкновений с деревьями и во время катания на стихийных неподготовленных снежных горках. Их лучше обходить стороной и кататься только на подготовленных трассах. За состоянием горки на лыжной базе постоянно следят специалисты. По возможности, конечно, укатываем ее бураном. То есть, если в прошлом году, когда большое количество снега, мы могли укатывать ее ретраком, выравнивать все бугры и неровности, то на сегодняшний день пока это только бураны. То и очень-очень аккуратно, в связи с тем, что горка ледяная. Также на этой неделе будут сделаны ступеньки, чтобы облегчить подъем на горку. Также на лыжной базе установили специальные щиты с памятками о правилах поведения на горке. Прежде чем решить пойти кататься на надувной ватрушке, необходимо серьезно отнестись к выбору трассы. Помните, спуск на сноутюбинге с неподготовленных горок может привести к серьезным последствиям. Елена Грицкова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Сборная команда «Саров-Дивеево» заняла второе место по армейскому рукопашному бою на турнире «Новая смена». Соревнования прошли в спортивном зале Дивеевской православной школы для спортсменов-новичков, занимающихся армейским рукопашным боем менее года. В призовую тройку в своих категориях вошли саровчане Александр Адамов, Василий Захаренко и Егор Ионов. В этом году участие в турнире приняли 108 бойцов из Дивеева, Сарова, Нижнего Новгорода, Лукоянова, Вачи, Арзамаса, Выксы, Кулебак и других городов районов Нижегородской области. Первое место заняла команда из Первомайска. В зимние каникулы юные саровские шашисты завоевали 5 медалей. Ребята приняли участие в первенстве Нижегородской области по русским шашкам среди юношей и девушек 2007-2009 годов рождения. В копилке 2 золотые и 3 бронзовые медали. Как рассказал тренер шашистов Олег Васенькин, в основной программе борьба была очень упорной. В итоге с 6 очками из 7 звание чемпиона области 2020 года заслужил 5-классник гимназии номер 2 Михаил Ковалев. Его товарищ по команде Максим Костюков, набрав 5 очков, завоевал бронзу. В молниеносной программе Михаил Ковалев стал бронзовым призером, а в быстрой программе он чемпион. Еще одну медаль нашей команде принесла ученица 4 класса 2 гимназии Татьяна Пешехонова. В турнире девочек по быстрым шашкам она показала 3-й результат. На искусственных полях стадиона «Икар» проходит зимний чемпионат города по футболу 7+1. В турнире принимают участие команды «Дивеевская вода», «Детройт», «Авангард», «Восток», «Пламя», «Дюс Шикар», «Икар», «Феникс», «Саров Инвест». Победитель определится в марте 2020 года. Расписание игр и подробную информацию о турнире можно найти в группе ВКонтакте Федерации футбола города Сарова. В Новочебоксарске, Республике Чувашия, прошел чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по легкой атлетике. Саровские спортсмены показали на соревнованиях следующие результаты. Мария Девяткина завоевала золотую медаль в беге на 400 метров, серебряную в беге на 200 метров и в эстафете 4 по 200 метров. Павел Жарков стал победителем соревнований в прыжках в длину, бронзовым призером соревнований в тройном прыжке. Евгения Иешева – обладательница золотой медали в эстафете 4 по 200 метров. Бронзовый в беге на 400 метров. В беге на 200 метров наша спортсменка стала пятой. Первый турнир по баскетболу среди закрытых городов «Ядерный мяч» прошел в Дубне. Саров на нем представляла команда «Старт» в составе Александра Кулькова, Станислава Кондрушина, Андрея Тарабанова, Дмитрия Беняша, Максима Марагина, Алексея Макарова, Филиппа Казанцева, Александра Лысова, Сергея Иншина и Олега Цыбикова. Финальная игра, в которой наши спортсмены встретились с командой из Дубны, закончилась со счетом 67-65 в пользу саровчан.